Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хаус. Продолжаем рубрику «Бесплатные игры», и у нас на очереди игруля под названием Underfeeded. Ну, игра на английском, короче, я не знаю, вы знаете мой уровень английского, наверное, так что смотрим и смеемся. Я тут ни черта понимать не буду. Ну, в принципе, здесь половина на английском, а здесь у меня здесь еще на китайском каком-то. Вот. Ну, вам не видно там под моим, короче, этим... Под моей рожей. Вот этой рожей мохнатой. Там по-английски... О, по-китайски написано. Ладно, бог с ним. Короче, игрушка про супергероя. Сегодня мы будем супергеройствовать. Так, отлично, давайте, погнали. Что у нас в опциях? Опцион, так, ультра, это все ультра. Ультра, надеюсь, лагать ничего не будет. Лангуаги у нас Japan и English. Погнали дальше. Выйти. Ладно, погнали. Game start. New loading. Игра на движке Unreal. Epic Game, Unreal, короче, тут все напихали. Смотрите, это, видимо, наш злодей. Это наш злодей, нам надо будет его сейчас, короче, мочить. В роли Супермена какого-то, или супергероя, да, там. Капитан Черный. Так, понятно, управление туда-сюда. Не дашь. Это бегать, да, получается? И Alt, что значит Alt? Ладно, сейчас посмотрим, что значит Alt. Что значит Alt? Alt не работает. Alt не работает. Ладно. Ух ты, ни хрена себе, какой он быстрый. Ладно. Так. О-воу-воу-воу, чувак. Ни хера себе. Погнали, ладно. Наша задача, я так понимаю, убить этого робота. О, тёлку там спасти надо. Тёлочки спасти. Окей, так, F. Нажмите F. Я нажимаю F. Ну почему ты не работаешь? F. Окей. Так, что там? Ай-яй-яй, огонь, нам... А, мы тушим огонь, нихера себе. Excellent. Человек. Что с тобой? Ты почему застрял? Ну-ка, стой, погоди. А мне туда не пройти. Стой. Почему? Так, что там? F, press F. А, спасти бабу. Ладно, погнали. Это кто такие? Буба! А так? А, воюем, короче. О, да. Чувствую себя вообще просто непобедимым чуваком. Сколько? Буба! Погнали. Так, рейндж атак. Окей. Да мы вообще бронированные, вы смотрите, нам похер на все, что происходит здесь. Мы раскидали всех, как не знаю кого, как соломку. Ну что, ты типа босс? Он сделал Сибаса. И робот тоже сделал Сибаса. Все нас покинули. Окей. Джамп, прыжок. О, мы можем летать. Погоди, управление. И... Стоп. О, вот так. Это что у нас? А, вверх-вниз, приземлиться. Окей, а это что? Это ускорится. О, нихера, я как ракета. Ну-ка, догоню сейчас и вломлю. Марвел, мотайте на ус. Вот кого надо брать у Мстителей. Вы хотите новых персонажей? Вот вам новый персонаж. См-
смотрите, сейчас будет эпичмен. Эпичмен. Эпичная. Что так все лагает? Эпично сейчас будет. Ну-ка. Погоди. Я могу что-то. Стоп. А, атака, атака. Я сейчас с ним драться буду. Ну на, держи. Жестянка. Я тебе покажу свою кунг-фу. Вам не одолеть мистера черного. Так. Супергеройское приземление. О, да! Погоди. Я хочу супергеройское приземление, ты... Ну-ка. И... Почему не работает? О, да! О, да! Стоп-то тебе что сделал? О-е! Вообще! Вообще! Ну это ништяк. Ладно, давай дальше. Кто там? Кто там дальше на нас? Кто на нас? А, мы этого челобрека еще, да? Челобрека этого еще не загасили. Ну-ка, давай. Давай. Так, фримоды. Фримоды. Я понял. Фримоды, что хотим, то делаем. Что хотим, то и делаем. Оп, какие-то задания появились. Ладно, погнали. Свободная ходьба. А наше задание какое? Куда нам вообще идти? Так, свободная ходьба. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А знаете, было бы классно, если бы я сквозь дома еще пролетал. Ну-ка, чувак, тебе нужна помощь? А, чувиха, тебе нужна помощь? Смотри, хоп! Хоп! О-о-о-о, девочки. Все вокруг меня собрались. Знаешь, пришел такой домой. Да, отвали ты. Пришел такой домой, надо мусор выкинуть, да? А где хоть одна урна? О, урна. Пришел такой домой, и надо мусор выкинуть, да? Хопа! Сразу его. В мусорную машину. Что тебе надо, старче? Да как тебя выбрать-то? Че ты машешь-то? Я могу с вами вообще позвонить? Йоу! Хера я такие штуки могу тут вытворять. Ладно, погнали. Чё там? Огонь. Где-то огонь. Где-то пожар. Где-то пожар. Погнали. Погнали за пожаром. Погнали тушить. Где пожар? О, да, детка. Я вижу пожар. Погнали. Подлетаем плавненько, плавненько к пожару. Оп, оп, оп. И... А, пресс F. Тушим пожар. Отлично. Куда она испарилась? Она даже меня не поблагодарила. Куда она исчезла? Ладно, погнали дальше. Там что-то есть. И погнали. Ускорился. Это что? Что здесь не так? Откуда вообще это свечение? Так, супергеройское приземление. А, надо чуваков, короче, одолеть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пошли вон. Как мухи. Как мухи. Ладно. Дальше погнали. Так, а где у нас еще свечение? Я чё... Где-то... А, наверное, за этим небоскребом, да? Скорее... А, во, вижу. Вижу. Тихо, не падай. Погнали. Не падай. Оп. И погнали. Снова камешки. Снова камешки. Все, отлично. Че там? Челлендж квест. Погнали. Погнали на челлендж квест. Погнали на челлендж квест. А где у нас челлендж квест?
Где-то там, что ли? Ладно. Ну ладно. Вот где-то здесь. Погодь. Где-то здесь. О, что-то зеленое. Что-то зеленое. Приземлились. О, челлендж старт. Туториал. Туториал здесь есть. Какой-то туториал. Погнали. Я все равно ничего не понимаю. Так, на за две минуты надо что-то сделать. За две минуты надо что-то... Что-то нам сделать надо. Короче, наверное, я уже не... О! Вот эти штуки надо... О-о-о-о-о-о-о-о! Как все быстро, как все быстро! Я ни черта не понимаю, что происходит. Что-то натворил, непонятно что. Так, погнали, погнали, погнали дальше. И... Ну-ка. Сломаем все. Это, наверное, какие-то базы противников, что ли. Что происходит на экране, вообще непонятно. Вот. Халк, говорите? Сильный супергерой. Да херушки. Вы еще с человеком черным не встречались. Блэкмен. Меня зовут Блэкмен. И 5 звезд. Ну, конечно, 5 звезд. Это же Блэкмен. Ладно, погнали дальше. Погнали дальше, что мы сделаем еще? Окей, квест мы этот выполнили. Клэр Файт Челлендж. Файт Челлендж. Погнали дальше. А, Файт Челлендж. Что-то слетать будем. Где-то летать будем. Сейчас что-то... Какой-то челлендж по летанию будет. Ну-ка устроим челлендж. Челленджую. Погоди. Где? Где ли ты? А, наверное, наверху. Наверное, скорее всего, наверху. Да? Подняться. Не, пусто. Оп. Да. Я угадал. Так, сядь. Окей. Туториал. Надо пролетать через кольца, я понял по значку. Пролетать через кольца. Я согласен. Я как Герасим на все согласен. Давай, погнали. На отведенное время. Погнали. И-ха! Так, а я не знаю, мы успеваем или не успеваем? Или... Как все просто. Как же все-таки просто быть супергероем, да? Это просто вообще... Смотрите, над водичкой, еще рукой так по воде. Да все, ништяк. Все, 5 звезд. Делов-то, все буквально на изи проходит. Финиш. Окей, что там? Херопоинт. Короче, нам нужно найти какую-то херопоинт. Какую-то херопоину нам надо найти. Окей. Там что-то мэ. Что за мэ? Это офис Марвел? Да куда ты? Я хочу слететь. Я хочу лететь, как птица. Погнали. Офис Марвел. Где? Вот. Вот. Наверх. Или нет? А это качалка? Это качалка? Нихера себе, это качалка. Ладно. Ну, качаться нам не стоит. Что это было? Ну-ка, погнали, что-то там. Какие-то скелеты у нас там появились. Ну-ка. А, чуваки, ну давайте. Покажите, на что вы способны. Окей. Блэкмен. Всех крушить. Окей, что у нас за центр вот этот, мэ? Тоже на крыше, что ли? Погоди. Это вот это здание. А, о, вижу какое-то здание. Погоди. Что-то, какой-то огонек. Какой-то огонек. Оп. Что это? Миссион старт. Какая-то миссия. Нифига себе, еще сюжетная миссия. А, чувак появился.
С зеленым свечением. Ладно. Покажи. Покажи, на что ты способен. У меня все равно нету ХП. У меня нет... это босс. Окей. У меня все равно нету ХП, да, походу? Куда он улетел? Погоди. Че там? Локон. Какой-то локон. А, короче, туда лететь за ним надо, да, получается? Опа, там какой-то минус 1%. Погоди. Сейчас я тебя... На, держи. Он что-то ломает, короче, да? Надо его достать. Я не знаю, я попадаю по... Нет, ни капельки не попадаю по нему. У него, смотрите, сколько жизней. У этого босса жизней больше, чем у кошки. Гади. А что мне надо с ним сделать? Я ничего не понимаю, что происходит на экране. Что-то там 79, я не могу понять. Я его могу ударить-то хоть? Я что-то делаю ему, нет? У него жизни не уменьшаются. Так, погоди. Погоди. Да отвали ты от цели-то от этой. Так. Здесь какие-то вот свечения. Что с ними делать? Погоди. City Hell. А чё надо... Да куда ты приземлился, а? Ну-ка. Что мне с этим сделать? А, вот так ломать. Вот так ломать, и я понял. Нихера он там... Смотрите на... Так, погоди, погоди. Разбиваем всю зеленуху. Разбавляем супергерухой зеленуху всю. О, на 100% мы что-то сделали. Так, щеп. По щам надают из зеленой жижи. Ну-ка. Я не понимаю, что именно делать надо. Босс Dead Blue, что-то там. Погоди. Где босяра? О! Да ну нафиг, нифига себе, мы еще так его бьем. Ну-ка, я тебя сейчас в океан скину. Хера у него жизни, да? Жизни просто километр. Так. Ну, в принципе, опять надо зеленуху разбивать, да, я так понимаю? Он, видишь, что творит. Так, ладно, отвали от него, погнали. Погнали спасать вот эту херотень. Да чтоб тебя, я не понимаю вообще... Управление какое-то идиотское. Так, 84. Где зеленые свечения? Где, мать их, зеленые свечения? Ладно. Делаем так. Делаем так и делаем вот так. Я так понимаю, на 100%, наверное, да? Ну-ка, 100%? Нет? На 100% не сделали?
О, сейчас на 100%. Отлично. Нет? Да ладно. О, отлично, теперь на 100%. Так. Окей. Я не могу, что происходит с этим героем. Чудо-герой. А, бог ты мой. Да что ты? Да попади ты! Ну, да попади ты в щель! Ну, мистер Блэкмен, давай-ка, ну-ка. О, оп, оп. Фу. Меня аж укачало, твою мать. Жесть. Так. Где у нас мистер Зеленуха? Ты ж совсем зеленый, чувак. В смысле, ты не можешь сломать эту зеленую жижу? Ладно. Блин, это просто, это пипец. Здесь нужно иметь хороший вестибулярный аппарат. О, да! О, да! Детка! О, да! О, е! Получай по щам, падла. Жесть! Я тебе сейчас нахлобучу. Мать родная не узнает. Ну-ка, ловим, ловим, падлу, падлу. Все, начал опять летать, да, от меня? Погоди. Может, его как-то просто бить надо? Я не понимаю. Может, как-то его захват сделать ему? Во-во-во-во-во, е! Чувак, я понял, короче, нажимаешь на правую кнопку мыши, ему просто по щам даешь. На, держи вот так, типа. Окей, сейчас мы тебя разукрасим. Короче, его... Давай-ка еще. Ему чуть-чуть осталось, ну, добей ты его. Сделай красиво. Ну, надо, короче... О, вот так вот. Поймали, поймали. Отлично. Защиту, короче, ему надо, вот эту вот пробивать. Давай там пресс F или что там. О, да. В смысле? Я же нажал пресс F. Давай, давай, давай. Чуть-чуть типа осталось. Дом раз... О, дом разрушен, говорю. Город разрушен, что ли? Не спасли мы, короче, город не спасли. Окей, ладно, зло победило. Зло победило, окей. Там машина куда-то полетела. Жесть. Ладно, друзья. Вот такая вот супергеройская игра. Супергеройская, да. Побывали в роли Блэкмена. Блэкмена. Вот таких людей надо нас... Мстители. Да. Марвел, мотайте на ус. Вот таких брутальных чуваков надо, бессмертных. Мстители, а не всяких там халков, хералков. Вот. Ну что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Вот. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Я не обижусь. Но при этом, при всем, пишем в комментариях, почему вы поставили дизлайк. И всем пока!